Для выборгской художницы Елены Тепляшовой март – знаковый месяц. Так совпало, что все ее персональные выставки, а их было уже 7, открывались именно в первый месяц весны, месяц ее рождения. И на этот раз в галерее «Знак» разместились несколько десятков живописных полотен. Ромашки, одуванчики, маки. Глядя на цветы Елены Тепляшовой, яркие и солнечные, кажется, что их только-только сорвали и принесли в дом. На открытии новой экспозиции собрались самые близкие друзья, первые ученики, коллеги и поклонники. Сама художница призналась, что для нее подобные мероприятия – своеобразные испытания на прочность, слишком сильные эмоциональные переживания. Но в то же время для любого художника персональные выставки необходимы. Любая выставка для художника – это как небольшая ступень, на которой он может осмотреться, сделать какие-то выводы, может быть, что-то поменять. Собирая картины все вместе, ты видишь и эти картины со стороны. Елена Тепляшова родилась в небольшом поселке в республике Коми. На тот момент художественной школы в населенном пункте не было. Поэтому юному дарованию удалось сразу после 8 класса, не имея базового художественного образования, поступить в Сыктывкарское училище искусств. Елена Тепляшова признается, что больше всего на творчество ее вдохновляет именно природа. Много путешествуя, в каждой поездке художница делает акварельные наброски, а уже дома пишет полотна маслом. Работы разлетаются по всему миру. Картины Тепляшова есть во Франции, Финляндии, многих уголках России. Как отметил выборгский искусствовед Владимир Тихомиров, творчество этой художницы ближе к импрессионизму, когда главная задача – выразить мимолетное впечатление, переживание или настроение. Говоря о любимых работах, Елена Тепляшова не может выделить какие-либо конкретные. В каждую она вложила частичку своей души. Большую благодарность художница выразила организаторам выставки и руководителям галереи «Знак». Это выборгское художественное общество и библиотека на Спортивной. Когда открываются вот такие вот места, вот такие, где художник может выставить свои работы, а другой человек может посмотреть, это замечательно, потому что, ну вот видите, у нас есть Выборгский замок, есть арт-холл, вот здесь еще появилась вот эта библиотека, филиал Алта, где можно прийти и посмотреть работы, а художнику выставиться. Любопытно, что небольшая галерея «Знак» обретает все большую популярность среди жителей и гостей города. В начале каждого месяца здесь открывается очередная интересная выставка. Пользуясь случаем, конечно, хочу пригласить и выборгских художников, и мастеров по декору, в общем-то, поучаствовать в дальнейших выставках нашей галереи, потому что все-таки отдача идет великолепная. Минимальная аудитория – это 1000 человек, а для Выборга и для небольшой галереи это очень достойная посещаемость. Выставка живописи Елены Тепляшовой будет работать до конца месяца, а уже в апреле здесь ожидается открытие еще одной интересной экспозиции. Свои работы представит талантливая московская художница. Ее имя пока держится в секрете. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город».